После того, как предприниматель Роман Рудаков, выкупивший авторские права на скульптуры Любочки и Степаныча, подал в суд на некоторые издательства, использовавшие фото этих изваяний, другой бизнесмен Михаил Курцаев заявил о своих правах на скульптуры Ван Гога и актера Рутгера Хауэра. Эти фигуры тоже стоят на Люблинском проспекте. И оказалось, что они ему не принадлежат. В декабре прошлого года Центральный районный суд Омска передал их в собственность города, якобы не обнаружив собственника. Хотя скульптуры стоят прямо на ступеньках ресторана, который принадлежит предпринимателю. Теперь Михаил Курцаев намерен обжаловать решение суда. Если памятники вернут бизнесмену, он обещает передать их музею имени Врубеля.